Некоторые девушки готовы на все, лишь бы борьба за красоту интимных мест была успешной. Но далеко не все представительницы прекрасной половины знают о том, что навсегда избавиться от волос в зоне бикини можно, используя простые рецепты. Именно сегодня об этом и расскажем. Подпишитесь на наш канал прямо сейчас, вы не пожалеете. А если ваш комментарий не наберет лайки, вы получите 1000 рублей, как предыдущий подписчик. Орехи. Можно использовать измельченную кожуру орехов и ядра орехов. Достаточно их очень мелко накрошить, смешать с небольшим количеством воды и втирать полученную кашицу в зону бикини. Опыт отважных девушек показывает, что 3 недель каждодневного втирания достаточно, если хотите избавиться от волос в зоне бикини на длительный срок. Крапива. Ее семена часто применяются для депиляции волосков. Ваша задача – приготовить особенное масло, смешав 50 грамм тщательно растертых семян крапивы и 100 грамм растительного масла. Это средство должно настаиваться на протяжении 2 месяцев в затемненном месте. После процеживания его можно использовать по назначению. 2-разового нанесения чудо-масла на зону бикини достаточно, чтобы заметить видимый результат уже через неделю. Поддержите наш канал лайком, мы стараемся для вас каждый день. Большое вам огромное спасибо! Виноград. Ваша задача – взять зеленые недозрелые виноградинки и выжать из них сок. Данным соком нужно смазывать проблемные зоны каждый день. Многие девушки, которые пробовали его действие на себе, говорят, что средство действительно эффективное. Его можно смело наносить даже на самые чувствительные места. С ним вы точно забудете про нежелательные волосы в зоне бикини. Сахарная эпиляция. Шугаринг позволяет удалять маленькие волоски с корнем. При этой процедуре разрушается волосяная луковица. Это значит, что кожа еще долго будет гладкой после проведенной подобной эпиляции. Размешайте воды сахара и поставьте на маленький огонь. После закипания добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты. Если капелька не растекается, смесь готова. Пусть смесь остынет до комнатной температуры. Присыпьте кожу тальком и нанесите сахарную пасту против роста волос. Натяните кожу и оторвите пленку. А чем вы пользуетесь для удаления волос? Пишите в комментариях. Подписывайтесь, если еще этого не сделали, и смотрите наши предыдущие интереснейшие ролики. Хорошего всем настроения, до скорого!